Привет, друзья! Сегодня 3 октября. На участке остался из виноградов камелот и кишмишатика. Это вот, ребята, гибридная форма камелот. Отличная гибридная форма. Очень урожайная. Не трескается. Ягода висит до заморозков. Не осыпается. Очень урожайная ягода, крупная. Ну вот в среднем Поволжье сахар он чуть-чуть попозже набирает. Вот ягода очень крупная. Как-то ромбиком ягоды у нее. Вот остатки камелота, ребята. 3 октября, город Тольятти. Вот такие вот грозди. Но это в этом году, считай, самые маленькие грозди за все время. Потому что заморском побило, как ранее говорил вам. Так они очень громадные. До 1,5 килограмма весит. А там дальше он кишмишатика висит. Ну еще кишмиш столетий есть там. Несколько грозей осталось.